Двигайся. Звуки зажигательной музыки привлекли на площадку не только жителей улицы Станционной, но и соседей из других микрорайонов. День двора по традиции объединил десятки желающих, как детей, так и взрослых. У нас замечательный двор, у нас очень хорошие организаторы, у нас очень часто такие мероприятия проходят, особенно для деток эти здорово. И мы тоже участвуем. Да, и сами мамы устраивают всякие праздники, день рождения во дворе устраиваем, потому что у нас очень много детей. Этот двор по многим показателям считается образцовым. Например, по взаимоотношениям среди соседей. И не только. Его отмечают и на местном уровне. И, конечно же, день двора. Я хотел бы сказать, знаете, что вот лучшего двора, наверное, подчеркну все-таки. Почему? Потому что действительно это так. То есть здесь совет дома, который, да, то есть не только совет дома, а жители этого дома, домов, да, двух, которые действительно принимают активное участие в многих мероприятиях и завоевывают действительно очень много призов. Собраться дружной компанией на праздник во дворе у мытищинцев не составило труда. Даже мороз не помешал их планам, а дети и вовсе нашли в этом плюсы. Я зимний ребенок, а родился зимой. Мне нравится, потому что всякие веселья есть. Например, кататься с плюшкой, кататься на коньках. Кататься на санках. Не обошлось на празднике и без волшебства. Этот дружный двор посетил самый любимый герой всех поколений – Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, чтобы лично поздравить всех с наступившим Новым годом. Дорогие жители городского округа Мытищи, мы всех поздравляем с наступившим 2024 годом, годом дракона. И хотим пожелать, чтобы в этом году все мечты сбылись. Сумасшедшего успеха, самое главное, крепкого здоровья и огромного счастья. Этот день оставил у жителей массу приятных эмоций. И, конечно, на память совместное фото. Алина Савыш, Максим Силаев, Первый Мытищинский.